Анна, благодарю вас за написание таких трансформационных книг. Моя жизнь уже никогда не будет такой, как прежде, я этому очень рада. Подскажите, а есть ли способ по внешним признакам определить манипулятора? Можно ли смотреть ему в глаза, спрашивает Галина. Лайтового манипулятора определить крайне сложно. Он предстает в такой маске нормального человека, и очень на первых этапах отношений легко как-то симулирует эмоции. То есть он их демонстрирует, показывает. Хардового манипулятора, ну, вы читали книги, да, мои статьи, вы знаете, что такое лайт, что такое хард, или мои трансляции. Хардового манипулятора можно определить по эмоции презрения. У хардовых манипуляторов на лице написано презрение. То есть просто поинтересуйтесь, как выглядит эта эмоция, изучите ее. И в грехе прощения я об этом пишу, что как бы микроулыбка и именно презрение на лице вызывает, показывает, что человек манипулятор хард. Теперь по поводу того, глаза, стоит ли смотреть в глаза или не стоит. Я в клубе «Жи-Джи» делала целую трансляцию на эту тему, потому что глаза – это такой очень хороший способ подавления нашей энергетики, взгляд. Например, некоторые религии мира запрещают женщинам смотреть в глаза не своим мужчинам, и это не просто так. То есть есть специальные техники подавления через взгляд, если человек этому обучен. Поэтому я честно скажу, знаешь, это как спрыгнуть без парашюта с крыши в надежде, что вдруг пройдет. То есть я считаю, что взгляд должен быть здоровым. И вот эти пересмотрелки, в них лучше не играть. Они могут закончиться очень плохо. То есть вот эти, нет, я буду смотреть ему, назло ему и так далее. Потому что вы, не зная техники, не можете даже отследить, что он с вами может делать в этот момент, и что с помощью этого взгляда он способен вас вложить и многие другие вещи в какое-то состояние вести. Поэтому не надо смотреть в глаза незнакомым людям. Не надо смотреть в глаза людям, которых вы не знаете, которых вы не доверяете, и которые своим действием не получили доверия. Ну, допустим, скажем, такие, как я, могут смотреть, но если вы, ну, как бы сомневаетесь в себе, лучше этого не делать. То есть, вот так. Спасибо. Ирина спрашивает. Добрый день, Анна. Вы в своих книгах упоминали, что ранее писали, но под другим псевдонимом. Очень хочется почитать другие ваши книги. Заранее благодарна. Первую книгу я никогда никому о ней не расскажу. Вторая, может быть, когда-нибудь переиздам. На сегодняшний момент в Украине дело в том, что эта книга не продавалась никогда. Но на сегодняшний момент, насколько я знаю, тираж закончен, и ее не переиздавали. Ну, возможно, когда-то второй роман там, через какой-то период станет достоянием общественности, если я этого захочу. Знаете, есть такое понятие какого-то раннего творчества, есть позднего творчества. В моей жизни роман под мужским псевдонимом. Это роман об отношениях между мужчиной и женщиной с разницей в 25 лет. Когда это семейная жизнь, и роман по итогу показывает, что писатель не верит в то, что можно быть полноценно счастливым в этих отношениях. Спасибо. Наталья спрашивает. Здравствуйте, Анна. Как понять и почувствовать, куда двигаться, чем заниматься, касается финансов и заработка, и что делать? Вот уже 3 года война, как я не могу найти и понять себя. Проблема именно в том, что я не чувствую, что хочу, и, соответственно, не понимаю, что делать. Спасибо. Ну, потому что вы находитесь в депрессии, видимо, ваш внутренний мир, в котором вы были, рухнул, а к новому и к этому стрессу вы не были готовы. То есть нет ничего в нашей жизни более стабильного, чем изменения. Вот это состояние, в которое вы описываете, это состояние, в которое нас погружают страхи. Страх будущего, страх не получится, страх начать и так далее. Это говорит о том, что нужно немедленно начинать работать над собой. Начинайте хотя бы с арт-терапии. То есть вам нужно снять вот эту негативную эмоцию, в которой вы пребываете, и переключить ее на что-то другое, это шаг номер один. Шаг номер два – это, конечно, понимание страхов, которые вами управляют,
и работа над собой. Ну, не будет здесь волшебной палочки. Вообще в работе над собой не бывает волшебных палочек. Медитируйте, найдите то, что вы любите с точки зрения творчества. Начните это делать, да, то, что приносит вам удовольствие. Начните читать книги или смотреть фильмы с историями успешных людей. Вы не единственная в этом мире попали в какую-то такую ситуацию, не очень простую жизнь. Я убеждена, что если сделал кто-то, значит, сможешь и ты. Ищите те примеры тех людей изменения судеб, когда они были в такой же ситуации, но они смогли справиться с собой, поработать над собой и прийти к другим результатам. То есть переключайте ваше внимание на первом этапе с помощью контроля на позитивное, да, на хорошее, и потом это станет вашей привычкой. Это как с фитнес-залом. Ты ходишь сначала, плачешь туда, ненавидишь этот фитнес-зал, там, рыдаешь, ненавидишь всех тренеров и создателей этого фитнес-зала, но через год ты своей жизни не можешь представить там без тренировок. То есть это вот тот момент, когда нужно просто преодолеть себя и научиться делать какие-то другие действия. Спасибо. Марина спрашивает, как называются ваши духи, о которых пишете в книге. Спасибо. Так я прям испугалась. Думаю, откуда они, что их слышат или что? Потому что, ну, меня часто спрашивают там на улице, где-то в ресторане, как называются духи. Молекула эксцентрик 01. Но вон то, как она пахнет на мне, она пахнет немножко не так, как на всех людях. С чем это связано, я не знаю. Спасибо. Наталія спрашивает, як змиритись із своїми недоліками і побороти свої страхи? Во-первых, если вы понимаете, ну, как сказать, я не знаю, вот в моей жизни нету категории недостаток или недостаток. То есть есть то, что... Почему вы решили, что это ваш недостаток? Может быть, это ваше достоинство? Ну, тут нужно разобраться, откуда такие мысли. Кто внушил вам в голову, что у вас недостатки? Откуда у вас такие мысли? Ну, то есть, потому что если я понимаю, что мой недостаток – лишний вес, то я иду над ним работаю. Если я понимаю, что там мой недостаток – там еще что-то, то я иду над ним работаю. А получается, что вы о них знаете, о них не работаете? Тогда вопрос, что вами управляет и как избавиться от страхов. Опять же, написано в грехе прощения. Там дана техника, я напомню вам, жить-жить, грех прощения. Это романы, тренинги. То есть большинство вопросов, которые вот здесь задают, они как бы легко решаемы прочтением романа, потому что вы получаете этот терапевтический эффект на приеме героини и понимаете, как вы в своей жизни, какие новые навыки можете выработать для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Но я невероятно благодарна вам за то, что вы задумываетесь над тем, как сделать свою жизнь лучше. Вот так вот. Спасибо.